Девочки, смотрите, какой у меня лук. Я вся в грязи! Грязи! Милашки, какие же вы все-таки паникерши! Это все из-за твоей железяки! Эй, ты че, обалдела? Это ты обалдел! Как я теперь в школу пойду? Это че, мои проблемы? Нефиг стоять там, где я паркуюсь! Какой же он брутальный! Придурок! Ну и где Зак? А может, начнем без него? Нет, без Зака нельзя. Зак! Здорово! Ну, наконец-то, а теперь начнем! Держи! Вот это я люблю! Что такое? Вы что творите? Опа! Нючик, здорово! Я знаете, что вам сделаю? Вы! Просто милашка! Я сейчас все миссис Кристи расскажу, и она вас накажет! За что? Мы ничего не сделали! А это? А это не мы! Не пытайтесь меня обмануть! Моя мама все узнает и отправит вас на отработки! Тогда тебя на лечение. Зак, не надо! Ты забыл, что если ты его побьешь, то накажут нас всех. Вот-вот. Эта крыса все расскажет. Ну ладно, идем. Я этого так не оставлю. Ну вот ты и чистенькая. Спасибо большое, Элис. Как хорошо, что ты носишь с собой сменку. Опачки! Ты эту одежду хочешь запачкать? Отвали! Всем доброе утро! Доброе утро, миссис Кристи! Ой, как я обожаю это утреннее пирс! Сыночек, ты покушал? Конечно, мамуль! Тихо! Прежде чем мы начнем урок, я попрошу Кейси зачитать новые правила школы, которые придумали наши милашки. Конечно, миссис Кристи. Чё? Какие еще правила? Очень важные. Итак, в школе запрещено ходить в черном, рваном и дерзком. Чё? Тихо! Продолжай, Кейси. Слушать разрешено только классическую музыку или же кей-поп. Это что за фигня? Все эти правила против нас! Это дискриминация! Да! Спокойно, это всего лишь предложение. Правила еще не утверждены. Это пока. Эти милашки совсем оборзели. Пора показать им, кто в этой школе главный. Итак, мы здесь собрались для того, чтобы помогать школе. Будем красить спортплощадку. Ура! Обожаю помогать школе. Серьезно? Нельзя носить черное? Ага, эти милашки совсем обнаглели. Сейчас мы с ними разберемся. Ну приветик, правильные. Что вам нужно? Заткнись, Зак, и своих отбросов забери, а? Как ты нас назвала? Отбросы. Я сам. Слушай сюда. Мы твои правила выполнять не будем. Можешь ими сопли подтереть. Думаешь, раз я милашка, я не могу тебе ответить? Ты меня достал. Это что такое? Мамочка. Кейси, ты наказана. После школы пойдешь на отработку. Поняла? Мам, она не виновата. Да, это все Зак. Значит, оба пойдут на отработку. Достали! Мам! Во! Это то, что нужно. Ри! Че тебе? У меня к тебе просьба. Че? У меня к тебе просьба. Что надо? Сделаешь мне детскую девчонку? Тебя! Нафига? Надо.
Правда? Поняла, поняла. Ну, погнали? Прямо сейчас? Ну, а что тянуть-то? Гоу! О, ну почти все на месте. Заходи! Ну чё, рок-н-ролл жизнь! Ты чё на себя напялила? Как вы оделась? А где Зак? К счастью, занят. А то он в обморок бы грохнулся от этой кринжухи. Блин, я же для него старалась. Тиночка, это ужас. А что они с тобой сделали? Ты вообще себя видела? Нет. Это что за конец? Ну а что ты хотела? Это уже слишком. Зачем вы сделали это с Тиной? А мы чё? Мы ничего. Все вопросы к вашей подружке. Мы сейчас же все расскажем Тайлеру, и вам хана. Да. Что случилось? Вот. Что это? Это Тина? Да, это дерзкие с ней сделали. Не пожалею, что учатся в нашей школе. Ну, приветик. Слышал, вы хотели с нами поговорить? Еще как, вы все границы перешли. Ну и что, что мы такое сделали? А будто бы ты не видел, что твоя подружка сделала с Тиной. Это жестоко, заставить меня насильно это одеть. Насильно? Тина, а ты ничего не хочешь рассказать? Не смейте трогать ее, ясно? Молчишь? Ну хорошо, трусиха, я тоже промолчу. Эй, хватит ее оскорблять. Как же я задолбался решать все разговорами. Пора по-другому. Да! Ну-ну, будем разговаривать на вашем языке, неандертальцы. Блин, отработка. Поздравляю, вы стали компанией друг для друга на ближайший час. Подумайте о своем поведении и напишите эссе «Кто я?». Я Зак. Очень смешно. Вперед. Как же скучно. А можно потише, ты мне мешаешь. Что там пишешь? Я все уже написал. Серьезно? Ты даже двух слов связать не можешь? Я просто не собираюсь тратить время на эту фигню. Ты целый лист накатала? Интересно, и что там? Ай, верни, а! Я очень люблю котов. Ничего лучше придумать не могла. Отдай! Нет. С тех пор, как не стало папы, все мужские обязанности свалились на меня. Эй, не читай! Ты тянула стол через весь город, потому что не было денег на доставку? Да! Офигеть! Ты же такая хрупкая! Почему этот твой Тайлер тебе не помог? Во-первых, он не мой. А во-вторых, он сказал, что ему нельзя перенагружать. Да уж, неожиданно. Ну, хотя я тоже готовил обед и убирался дома, когда мама болела. Ты? Ну да. Я даже научился заплетать косички своей младшей сестре. Семья вообще-то важнее всего. Ого. Я думала, ты такой весь плохиш, и тебе пофиг на всех, на правила. А оказывается, ты можешь быть заботливым. Эссе готовы? Ага, вижу. Вижу. Я Зак. Гениально. Так, все, вы свободны. Проходи. Быстрее. Блин, так непонятно. Не так тоже. Ого, ты уже здесь? Ну, как отработка? Нормально. Нормально? Ты же всегда говоришь, что это самое худшее, что есть у нас в школе. В этот раз была просто неплохая компания. Чего? Зануда Кейси неплохая компания? Ага. А ну-ка, помоги мне, сядь сзади. Сесть на твой мотоцикл? Ты же никогда никого не возишь. Да тебе что, впадлу? Сядь, блин. Удобно?
Ну, вроде да. Супер. Слазь давай. Так, а ты кого собрался катать? Только не говори, что милашку. Не твое дело, я просто мотоцикл проверял и все. Ага, как же все. Тут явно что-то не так. Наш плакат должен победить в конкурсе. Да, потому что мы самые лучшие и самые милые. И самые добрые. Кэсси, а ты чего? Давай с нами обниматься. Кэсси просто устала. Предлагаю сделать перерыв на милкшейки. Да! Это ну, я не устала. Я просто забыла, где оставила свою помаду. Точно, в школе. Да куда ты? Завтра заберешь. Нет, она мне нужна очень срочно, прямо сейчас, да. Странная она. Стойте! А может, займемся чем-то полезным? Нейт, ты норм? Ты меня пугаешь. Да ладно, я гоню! Мое любимое занятие – это хамочиться и заниматься фигней. Эй, аккуратней! А ты что такой резкий? И унылый. Господи! Настроения нет! Пойду прогуляюсь. Да. Да и пофиг! Так, с который час? Как раз через 10 минут тут будет проходить миссис Кристи. А как это работает? Кажется, поняла. За такое меня точно отправят на разработку. Что она тут делает? Блин, как мне снова встретиться с Кэсси? На отработку она еще раз вряд ли попадет. Опа, не понял. Привет! Портишь стену? Ага. Тебя же накажут. Я знаю, я просто захотела. Я тоже хочу порисовать. Нет, я. Давай вместе. Да нафиг! Какого черта Кэсси общается с этим придурком? Это что такое? Зак! Кэсси! Ну он-то понятно! А ты что творишь? Я просто захотела порисовать. Вы оба отправляетесь на отработку! Прямо сейчас! Какой ужас! Миссис Кристи, а может не надо? Еще как надо! Ну что здесь происходит? Они специально, что ли, попали на отработку? Бред! Как меня достали эти дерзкие! Еще и милашки начали вести себя, как они! Мамуль, можно? Конечно, можно! Проходи, садись! У тебя все в порядке? Забора от кукурузы нет? Нет, мам, и хватит меня о таком спрашивать! Но я же переживаю за своего сыночка! Вот! Мам, а можно тебя попросить отправить меня на отработки? Чего? Ну, я там просто никогда не был, мне интересно. Тем более нельзя Зака с Кэсси там оставлять. Это опасно, вдруг он ее обидит. Какой ты у меня хороший, добрый, заботливый мальчик. Конечно, можно. Только ты там смотри, сильно не перенапрягайся. Идем. Так и будем молчать? Ты о чем? Мы пришли писать эссе, вот я и пишу. Только не надо. Ты же специально попала на отработку, да? Нет, с чего ты взял? То есть ты, вся такая правильная, вдруг решила разрисовать школьный забор? Ну да, люди меняются. Окей. Ты же просто хотела побыть со мной наедине, да? Я... Не прячь глаза. Ну да, ты мне показался очень интересным собеседником. Я хотела еще раз поболтать. А почему сразу мне не сказать? Ну, это как-то странно, если милашка и плохиш будут общаться всех на виду. Да, ты права, мои точно не поймут.
Тогда будем встречаться тайно? Да. О, приветик, вы тоже тут? Талер, а ты как тут оказался? Да я с мамой поссорился, вот она сюда и отправила. Ты поссорился с мамой? Ты ж нюнчик! Вообще-то у меня есть характер! Эссе готовы? Сдаем. Можете быть свободны. В смысле? Уже? Ну, вот сейчас же прошу. Привет. Это же я, вы о чем? У тебя на лице татуха? Да нет, это просто наклейка, сейчас это в тренде. Но это же не одежда милашек, точнее, не полностью. Я решила разнообразить мой образ. Это мой новый стиль, привыкать. Пипец! Розовая футболка? Серьезно? Это же как у милашек. В смысле? Да че? Нормальный цвет? Тем более она разрисована. Может, у него кукуха поехала? Не может, а точно. Так лучше? Ну, пойдет. А чего это ты вдруг решил сменить стиль? Да просто. А ну-ка пойдем поговорим. Что ты хочешь? В комнате нельзя было поговорить? А ну, говорим! Ты влюбился в милашку? Ты чё? Тоже мне придумала! Офигеть! Реально влюбился! Ты хоть понимаешь, как это скажется на нашей репутации? Дерзкий встречается с милашкой, ну! Это не твое дело! Не лезь в мою личную жизнь! Я сам решу, с кем мне встречаться! Ой, прости. А ты куда так летишь? А я сбежала от своей компании, чтобы случайно встретиться с тобой. Я вот тоже от своих сбежал. Может, пока между уроками перерыв сходим, прогуляемся куда-нибудь? Да, я бы чего-нибудь скушала. Ну, например... Мороженое! Малиновое! Ты тоже любишь малиновое? Ну да, а ты думаешь, раз я плохий, что не могу любить ягоды? Да нет, просто это так круто, что у нас совпадают с тобой вкусы. Идем. Вот гад! Запудрил мозги Кэсси настолько, что она теперь с ним гуляет. Блин, Зака же спалит, что он с милашкой гуляет. И всей нашей репутации конец! Как он мог? Я же ему ставила лайки в инсте, а он гуляет с Кэсси. Ты не перепутала? Где хочу, там и сижу. Отвали, нытик, у меня нет настроения. У меня тоже. Ой, да что ты? Будто у тебя друг портит репутацию всей компании, гуляя с занудой. Стоп. Это ты про Зака и Кэсси? Ты тоже против них? Ну да, надо их рассорить. Я только за. У меня даже план есть, но без помощника мне не справиться. А объединим силы? Да. Начнем прямо сейчас. Как ты мог? Я забираю обратно все свои лайки. Ну нет, я же его люблю. Нужно сделать Цеку приятный сюрприз. Ты что делаешь своим мотоциклом? Украшаю. Чёрт, уже совсем! Не переживай, мой хороший, сейчас я это все уберу. Я думала, тебе понравится. Ты же начал носить розовую футболку. Это стильно, а это похоже на какой-то цирк плюшевых зверей. Прости. Свали и больше никогда не смей прикасаться к моему мотоциклу. Ой.
плачешь? Ой, ну что случилось? Вы видели? Видели, какой кошмар? Хорошо, что Таня заметил. Что там уже? Посмотрите, что написал Зак у себя в Твиттере. Милашки, это самое худшее, что придумало человечество. Как их вообще земля носит? Офигеть, как он мог! Ну а что можно еще ожидать от такого отброса? Это все из-за меня! Ну это вообще жесть! Ага, Зак узнает, офигеет! О, а вот и он! Это что? Читай! С сегодняшнего дня в школу запрещено приезжать на мотоциклах. Это что за бред? Утвержденное правило школы. Наши милашки постарались. Ну точнее одна из них. Кесси, вот ее подпись. Кесси? Она совсем уже? Эй, ты что делаешь? Это ты что делаешь? Что за правило про мотоциклы? Какое еще правило? Ты что, на солнце перегрелся? Я видел выпущенный указ о том, что в школу запрещено приезжать на мотоциклах, и там твоя подпись. Во-первых, я ничего не издавала, а во-вторых, без подписи директора ничего действовать не будет. Правда? Да, а теперь вали. Милашки же самое ужасное, что придумало человечество. Что ты несешь? Ага, уже сам даже не помнишь, что пишешь в Твиттере. Что? Нет, это не я, меня взломали. Ну да, конечно. Да честно, я бы никогда такое не написал. Я даже если бы захотел, то написал что-то по типу «Милашки, отстой», а не эту сложную фразу. Тут знаки препинания, а я ими пользоваться не умею. И вправду. Получается, кто-то подстроил это все, чтобы нас с тобой рассорить. Но, к счастью, у них это не получилось. Все идет как надо. Мы взломали твиттер Зака. И подписки эти подделали. Они точно поссорятся. Ну нет! Ты точно уверена, что этого хочешь? Да, ну пожалуйста. Сегодня же вечеринка в школе. Я хочу понравиться Заку. Ну и влипла же ты, подруга. Влюбиться в дерзкого Зака. Поверь, ты просто его не знаешь. Ну пожалуйста, помоги мне. Ладно, не зря же я собралась учиться на стилиста. Сейчас сделаем из тебя настоящую bad girl. Это и вот это. Не знаю, откуда у тебя эти шмотки, но они то, что нужно. Надевать? Ага. Ну как? Хоть я такое и не люблю, но это... Ну! Обалдеть! Вот это крутяк! Это Кесси? Она мне начинает нравиться! Тайлер! Смотри! А где же Зак? Неужели он не пришел? Расслабься, он никогда не приходит вовремя. Идем пока потанцуем. Ой, простите, я... Ничего страшного. Вау, потрясно выглядишь. Ты тоже. А ты почему в милашку оделся? Чтоб тебе понравиться. Я переоделась дерзко, чтобы понравиться тебе. Потанцуем? С удовольствием. Ну все, я не допущу, чтобы такое было в нашей школе. Милашка и отброс не могут быть вместе. Воу-воу-воу, правильный, не лезь по его другу. Он лучше разберись со своей тупицей. Ты кого тупицей назвала? Могут и милые, но не тупые. Ой, особенно ты. Не лезьте к нам, поняли? А что? Их нужно как-то успокоить. Ага, но только как? Тишина! Быстро все успокоились и марш в класс! Я больше никогда не разрешу устраивать вечеринки в школе. Всем ясно? Да, миссис Крис.
теперь пишите эссе, каким должен быть хороший ученик. А еще я закрою вас, чтобы вы не сбежали. Это нечестно! Вы не имеете права собирать детей в классе! А если я захочу в туалет? Надо было думать об этом до того, как вы сорвали вечеринку. Мы сорвали вечеринку! Закидывайте их! Да! Эй! Перестаньте! Да и вообще пофиг! Не бойся, мы уже перестали. Да, просто в детстве старший брат кидал так игрушки, и мне было всегда страшно, что он не прилетит ко мне в голову. Нейт такой милый. А вы что думали? Мы умеем только орать и драться. Ну да. Мы вообще-то справедливые. Уже лучше? Да, спасибо. Вот видите, нам не обязательно ссориться. Да, мы разные, но в то же время похожи. Мы тоже любим щенков, мелодрамы и малиновое мороженое. А мы любим ужастики и иногда послушаем драйвовую музыку. А еще мы любим брутальных и в то же время заботливых парней. Может, тогда не будем враждовать, а будем дружить? Я за. И я. И я. И я. И я. И я. Далее. Давай, не будь букой. Ладно. Это все, конечно, круто, но как нам отсюда свалить? Ну я же сын училки, у меня есть запасные ключи. Нет, мы с Кейси идем на свидание. Если вы, конечно, не против, чтобы мы с Заком встречались. Ну... Если вы не против, чтобы мы с Тиной встречались. Ого, вы быстрые. Тогда что встали? Быстро к мотоциклу! Какой еще мотоцикл? Вы сбежали с отработки! Всех родителей в школу! Не в этот раз, мамуль! Что? Ты с ними заодно? Бегите! Давайте! Ой-ой-ой! Кейси, я люблю тебя. И я тебя люблю, Зак. Быстрее, пока сторож не догнал! Крис, блин, вставай! А ты чё развалилась? Прости, я просто не смотрю, куда иду. Мне даже понравилось. Может, продолжим? Я... Эй, голубки! Нас сейчас сторож догонит! Бежим! До встречи! Идем уже! Блин, надеюсь, меня примут в новом классе. Нет, мне страшно. Кэсси, привет! Блин, заметили. Привет. Это же наша новенькая. Класс! Привет! Я Ева, а это Тегер и Синди. Очень приятно. А ты чего такая перепуганная? Ну, я просто боялась, что вы будете злыми и все такое. Эй, мы самые милые и приветливые ребята в этой школе. Не бойся. Вот, кстати, твоя парта. Вот такая парта! Эй, вы чего сюда пришли? Это и наша школа тоже! Ты не нашего класса! Заглохни! А ну свали, это парта Кэсси! Кого? Моя. Опа! Вот так встреча. Свали с парты! Чего?
Свали, сказал. Ладно. Присаживайся. Ты новенькая, да? Может, сегодня после школы прогуляемся, покажу тебе город или ко мне в гости пойдем? Я не против. Чего? Крис, мы же собирались сегодня... Поняла. Молчу. Отлично. Я тогда зайду за тобой после уроков. Нет! Не смей подсаживать Кэсси! Стреляй, дитя! Вы сейчас идешь на покой! Да, не смейте переманивать Кэсси к себе на сторону! Ребята, вы чего? Крис, его компашка отбросы! Ты кого отбросами назвала? Добрый день! Так, Мия, Гарри, у вас вообще-то сейчас биология! А ну, марш, присядь в мой кабинет! Остальные по местам! Урок уже начался! Кристи, я дома. Я у тебя в комнате. Решила порядок навести. Привет. Привет. Ну что, как первый день в школе? Ну, на самом деле все очень хорошо было. Ребята очень похожи на друзей старой школы. Ух ты, как замечательно. Ну, нашла кого-то похожего на Нейта. На Нейта? Ты же знаешь, что я всегда буду рядом. Я знаю, я люблю тебя, Нейт. И я тебя. Но мне нужно тебе кое-что сказать. Боюсь, тебе это может не понравиться. Ничего не испортит наши отношения. Мы же вместе навсегда. Да, но, понимаешь, у моей мамы очень много работы. Она будет ездить по командировкам и отправляет меня жить к тете. В смысле? Серьезно? Ты меня бросаешь? Нет, ты что? Просто нам некоторое время придется побыть на расстоянии. Я люблю тебя, Нейт. Не надо! Я не готов к отношениям на расстоянии. Что? Ну, точнее, не знаю, мне надо подумать. Прости. Нет! Никакого Нейта не было! Окей, больная тема. Ладно, прости. Я лучше пойду приготовлю нам обед. Ну вот, мне фигово и нет друзей. От Синди? Ух ты! Ждем тебя в кафе с карамельными коктейлями. Класс! Мои любимые! Они мне все больше и больше напоминают старых друзей. Так, Харе! Может, нужно убраться? Чего? Да-да, розовеньких цветочков развесить и лавандой попшикать. Ага, только тогда давайте добавим плюшевых медведей. Да! Что вы несете? Ну как же, скоро твоя милашка придет. Закройтесь! А я-то что? Это девочки начали. Крис первый начал, когда втюрился в милашку. Да, и что? Вас что-то не устраивает? Ну? Ну вот и все. Погоди, ты в нее реально влюбился? Да. Ну ладно, прости, пускай приходит. Да она не придет. Милашки не допустят, чтобы такая девчонка, как она, общалась с таким, как я. Ой, а когда тебя останавливало чужое мнение? Если она тебе реально нравится, погнали за ней. Да, соберись, Нюня. Что ты сказал? Шучу, шучу, брат. Ладно, вы правы. Пофиг на правила. Идем за Кэсси. Да! Всем приветик. Привет. Привет, присаживайся. Мы тебя уже заждались. Я опоздала, простите. Да нет, Синди имеет в виду, что нам давно не хватало тебя в компании. Да, так что теперь нас с детскими поровну, и мы покажем, кто здесь главный. Да! Почему вы не общаетесь с Крисом и ребятами? Они вроде как нормальные. Что? Они отбросы! И преступники! И да! Короче, они плохие! Так что не смей с ними даже общаться! Да, Кэсси не будет, она же правильная девочка! Ну, да, конечно! Это что такое?
Крис со своей компашкой. Кэсси, идем. Давай, вставай. Эй, вы что тут устроили? О, полиция нравов прибежала. Вам же запрещено приезжать к нашему кафе. Ой, а кто это сказал, что оно ваше? Да, и кто нам запретит, а? Да вы! Вы! Ой, умолкни! Мы вообще по делу. За тобой. За мной? Ну, я же обещал погулять после уроков. Идем. Гуд нам! Будет весело! Нет! Кэсси, ты же хорошая! Нельзя вообще-то с ними! Да, что о тебе подумают другие люди? Твои прошлые друзья как мы, а не как они. Ну да. Вы, наверное, правы. Ты уверена? Прости, я не могу. Ну ничего, я подожду. Придется ждать вечно. Что? Ты так просто сдашься? Нет, конечно. Кэсси должна сама решить. И она будет моей. Вот это по-нашему. Да. Ладно, поехали. Блин, я тетрадку забыла. Да и пофиг. Да, эта училка Рея сказала, что вызовет родителей. Ну шуруй тогда за тетрадкой. Привет, Крис. Что надо? Опять мы какие-то правила нарушили. Нет, да ты что? Я просто подумала, раз Кэсси отказалась с тобой погулять, то я могу. Что? Ну, просто, как я поняла, тебе нравятся милые девчонки, а я вот милая, да и ты мне давно нравишься. Что, прости? Ты шутишь? О-о-о, а что происходит? Так, давай, не мешай. Ну так что? Ева, какая же ты глупая. Что? Мне нравится Кэсси, и пофиг кто она, ботанша, милашка, неважно, отвали. Ева, к тебе подкатывает? Ну, я же отвянь! У тебя нет шансов! Я не позволю этой новенькой выскочке увести Криса! Мы с тетей как раз приготовили свежие пончики, поэтому ты вовремя. Ой, спасибо! Угу. Очень вкусно! А почему ты одна? Я думала, вы с Тайлером и Синди постоянно втроем. Да, но я захотела поговорить с тобой. Ребята не замечают, что тебе сложно и все такое. Сложно? С чего ты взяла? Ну, я же понимаю, что ты приехала в новый город, скучаешь по друзьям. А я хочу, чтобы ты чувствовала себя хорошо. Спасибо, ты такая классная. Мне так не хватает тут такой подруги. Я всегда буду рядом. Всегда буду рядом. Мне когда-то говорил один человек такие слова. Опа, подруга? Вы поссорились? Да нет, это был парень. Ну, то есть бывший, мы как-то странно расстались. Опа, а вот тут поподробней. Ну, когда я сказала, что я переезжаю, он сказал, что ему нужно подумать, готов ли он к отношениям на расстоянии. А потом так и не ответил. Ой, куда ты исчез? Какой ужас! Бедная моя Кэсси! Ой. Ладно, давай не будем о прошлом. Может, найти его и поговорить? Возможно, все получится вернуть. Нет, это бесполезно. Хватит о прошлом. Когда рядом такое хорошее настоящее. Опачки! А есть уже кто-то новый? Нет, я просто так это сказала. Пойду на лучшие колы принесу. Ага, давай. Парень, значит, был. Кажется, я знаю, что делать с этой информацией. Показалось. Крис? А что ты тут делаешь? Не смог больше ждать. Пришел тебя забрать на нашу вечеринку.
прям забрать? А ты против? Нет. Ну, тогда вперед. Кесси, ты что там делаешь? Я окно зашторивала. Ну ладно, ты уже домыла посуду, а то нам в кино уже пора. Тетя Кристи, а может ты сама пойдешь в кино, а я пойду к ребятам на вечеринку? Это твоя подружка Ева устраивает? Ну, не совсем, немножко другие ребята. Так, только не говори, что тебя зовет Крис и его компашка. Ты слышала, что о них в городе говорят? Да, они хорошие, правда. Это все бред. Просто они, ну, немножко выглядят необычно. Если твоя мама сказала следить за тобой, чтобы ты не вляпалась ни в какие неприятности. О, да какие неприятности? От одной вечеринки. Кисечка, не забывай, что я сама только недавно закончила колледж. И я сама прекрасно знаю, что происходит на этих тусовках. Обещаю! Побежу за ней! Кто это? Я Крис. Я обещаю, я верну вашу племянницу в целости и сохранности. Ну, тетя Кристи, ну отпусти нас, пожалуйста. Парнем, который пробрался к нам в дом. Это, конечно, романтично. Ну, это именно, очень романтично. Ты ведь сама сказала, что недавно окончила колледж. И ты как никто понимаешь, что мне очень нужно на эту тусовку. С ним? Ты влюбилась? Ладно, только домой не позже 11. Спасибо, мисс Кристи. Нет, подожди, ну куда? В окно, у нас же есть дверь. Но я же никогда не выходила на улицу через окно. Кесси! Ладно. Эта милашка ни за что сюда не придет. Крис очень расстроится. Да не гоните, перед Крисом ни одна девчонка не устоит. А вот и мы. А я говорил, наша парочка придет. Это я говорила. Так, харе, где коктейль для меня и моей девушки? А, ща будет. Девушки? Ну да, ты моя девушка. И пусть все об этом знают! Да! Да! За вечеринку! А чего Кэсси не с нами? Вы ее не позвали? Я звала, но у нее сегодня поход с тетей в кино. Хорошо, она хоть не с этими отбросами на вечеринке. Ха, их очередная сторис. Там Кэсси? Кэсси? Она нас предала! Мне кажется, дерзкие ее просто заставили. Это уже слишком. Нужно испортить эту заставку! А, ну что? Ну, чтобы дерзкие знали, что нельзя уводить наших друзей. Да! А еще позовем училку, пусть она их всех накажет. Да! Вперед! Да! Почему вас все считают плохими? Вы же классные. Ну, мы просто делаем, что хотим. Хоть мы никому и не вредим, но людям не нравится наше поведение. А мне нравится, но не поведение, а ты. Ой, то есть я... Блин. Ты влюбилась. Я тоже влюбился. Хана вам, чудики! Вы на нашей территории. А у вас наша подруга! Верните Кэсси! Ребята, успокойтесь! А может, она сама будет решать, что ей делать? Нет, дерзкие не будут тусоваться с милашками! Кэсси с нами! О, завалились на нашу вечеринку и будете указывать, что нам делать! Пора вас проучить! Ты что делаешь, миссис Лорель? Что за крики? Зачем меня позвали? Девочки, что с вами? Это они! Мы пришли к ним на вечеринку помириться! Они на нас напали! Совсем уже? Такого не было! Было-было!
Да. Так все. За такое поведение я сейчас же доложу все вашим родителям. И о вечеринках можете забыть. Что там? Вы вообще знаете? Спасибо, что провел. Прости, что так все получилось с вечеринкой. Я хотел, чтобы ты повеселилась, но все пошло наперекосяк. Да ничего. Мне все равно понравилось проводить с тобой время. Кристи! Какого черта происходит? Что вы натворили? Простите, мисс Кристи, но я не сдержал обещания, что все будет хорошо. Я сейчас не с тобой разговариваю, а с вот этой дамой. Кейси, отвечай. Кейси ни в чем не виновата. Это милашки все. Так, ты что здесь делаешь? Провожал Кейси? Все, теперь свободен. Да, Крис, тебе лучше уйти. До завтра. До свидания. Ну, Кристин, не психуй. Все же хорошо, я дома. Да! Только вот учительница позвонила твоей маме. Знаешь, сколько всего я выслушала за то, что отпустила тебя? Ну, прости. Я не знала, что так выйдет. Все, тебе запрещено общаться с Крисом и его друзьями. Нет! Мне не нужны разборки с твоей мамой. Радуйся, что из-за работы она не смогла приехать, иначе ты бы получила по полной. Кейси, пора в школу. Да собираюсь уже. После школы сразу домой. Никаких парней и плохих компаний. Да-да, хорошо. Нет, я не хочу жить, как раньше. Я хочу быть с Крисом. Опа-на, новый стиль. Угу. Ой, теперь ты точно в нашей банде. О, привет. Классная косуха. Скажи, Кейси, наша девчонка, нафиг милашек. Я-ху! Да, я знал, что моя девушка лучшая. Как дела с тетей? Да пофиг. Она хотела запретить мне с вами общаться, но я сказала, отвали, я сама знаю, как мне жить. Хорош, красотка! Кэсси, я, конечно, рад, что мы вместе, но я не хочу, чтобы у тебя из-за меня были проблемы. Да ладно, не переживай, все хорошо. Так, ну, нам пора к Ариэль, а то опять отчитывать будет. Ага, ладно, встретимся после уроков. Yes! Как все круто получается. Теперь главное перед милашками не спалиться, а то они мне точно сдадут тете. Блин! Ой, вот умора. Привет, Кейси. Привет, девчонки. Как дела? Я надеюсь, ты на нас не обижаешься за то, что мы устроили вчера. Мы же хотели как лучше. Да нет, конечно. Я все понимаю. Нафиг этих дерзких. От них только одни проблемы. Как круто, что ты это понимаешь. Идем на урок? Ага. Да, только я сейчас в туалет схожу. Окей. Так, посмотрим. Нафиг дерзких говоришь, да? Ну я тебе устрою, Крис будет мой! Алло? Да, конечно. Я в спортзале. Жду. Давай, пока, любимый. Кейси! У меня к тебе срочное дело. Давай потом, мне нужно бежать. Не-не-не-не-не-не. Это не может долго ждать. Тем более, ты сама этого давно хотела. И что же это? Не что, а кто? Та-дам! Нэй? Привет, Кейси. Ты что тут делаешь? Что он тут делает? Ну, чего ты злишься? Сама говорила, что скучаешь по нему. Вот я его и нашла, чтобы вы помирились. Нет, он мне не нужен. Кейси, солнце, я понимаю, ты злишься. Я и правда повел себя как козел, но понял, что все еще люблю тебя. Чего? Что тут происходит? Это что такое? Крис, это... Ты все неправильно понял. Это мой бывший. Вообще-то мы официально не расстались. Кейси, моя девушка. Ого! Кейси, вы что, встречаетесь? Ты же говорила, что не общаешься с дерзкими. Чего? Что тут вообще происходит? Соединение двух влюбленных сердец, которому ты
мешаешь. Кэсси моя. Хочешь об этом поговорить? Еще как хочу. Ребята, не надо. Ой! Влад? Отвали от Кэсси. Ребята, давайте без драк. Эй, что за разборки? Кто нашего друга вычет? Это Влад? Нет. Ребята, успокойтесь. Нейт, я давно тебя забыла. Я теперь с Крисом. Что? Ты же говорила, что не общаешься с отбросами. Чего? Кэсси, ты так сказала? Нет. Ну да, я боялась, что тетя накажет. Все ясно. Кэсси, крыса! Ты как мою девушку называешь? А что? Она общается с милашками и обзывает нас. Так же наоборот. Какая же ты лицемерная, Кэсси. Разборки, отставить! Сколько можно? Кто опять это начал? Кэсси, ты же мне обещала, как так можно? Но я не могу ничего с собой поделать. Я люблю Криса и хочу быть с ним. Только из-за тебя чуть две компании не подрались. Твоя мама прибьет нас обеих. Тетя Кристи, только не говори ничего маме, пожалуйста. А я и так все знаю. Мама, Элис, ты же должна была быть в командировке. Как я могу спокойно работать, если мне каждый день звонит учительница и жалуется на Кэсси? Прости, это случайно вышло, я не виновата. Элис, не нужно было приезжать, мы бы сами разобрались. Достаточно, наразбирались уже. Зря я вообще свою дочь к тебе отправила. Ведешь себя как малолетка. Мама, перестань, тетя Кристи не виновата. Хватит, меня утвердили на должность редактора. И мы завтра же переезжаем в Нью-Йорк. Нет, я никуда не поеду. Поедешь. Нет, я буду жить, как я хочу, а не ты. Ой, Крис, а ты здесь? Ну да, меня же наказали за разборки с этим лузером. А ты про парня Кэсси? Я ее парень, а этот тип ей никто. То есть ты продолжишь встречаться с Кэсси, и тебе даже не обидно, что она тебя обманывала? Ева! Не лезь не в свое дело, поняла? Ладно, ладно. Хорошо. Тогда будем действовать по-другому. Ай, ай-яй-яй, как больно! Ай-яй-яй! Чего верещишь? Ой, да мне в глаз что-то попало. Посмотри, пожалуйста. Ой-ой. Да нет там ничего. А, ой, да. Наверное, показалось. Ну хватит, ты же всегда мечтала жить в Нью-Йорке. Это было до того, как я встретила Криса. Это тот самый парень, из-за которого у тебя проблемы? Я не позволю тебе встречаться с преступником. Мама, он нормальный. Я останусь жить тут и буду встречаться с Крисом. Ты про Нейта тоже так говорила. И что, забудешь Криса и найдешь себе другого? Нет, Крис – любовь всей моей жизни. Достала. Ты будешь делать то, что я скажу. Тогда я сбегу! Нет, мы с Крисом сбежим! Ева, блин, что еще за фотки? Что? Ева с Крисом? Привет, не против? Чего такая грустная? Я слышал, твоя мама приехала. Устроила скандал, да? Угу. Хочет увезти меня в Нью-Йорк. А ты, я так понимаю, не хочешь? Да мне уже пофиг. Куда и с кем ехать? Какая разница, если мне парень изменил с лучшей подругой? Крис? Вот гад! Он мне сразу не понравился. Он тебя недостоин. Почему? Ну почему со мной так всегда? Как только я влюбляюсь, меня все бросают. Я понимаю, что извинений мало, но все же, прости, что я так поступил с тобой. Я понял, что люблю только тебя, и если ты не против, то мы можем попробовать сначала. А смысл, если я уезжаю? Ну, вообще-то, ради тебя я готов поехать куда угодно, хоть в Нью-Йорк, хоть на Аляску. Получается, если мы с мамой переедем, мы сможем быть вместе? Да, ну, конечно, если ты этого хочешь. А знаешь...
хочу. Все, решено. Мы летим в Нью-Йорк. Пипец, офигеть. Квен, можешь скорее реагировать так на каждое видео в ТикТоке, а? Да не, ну вы гляньте, что Кейси у себя в инсте написала. Кейси? Что? Она улетает в Нью-Йорк? А, с Нейтом? Чего? С этим придурком? Да вы дальше читайте. Ненавижу Криса, ты худший человек в моей жизни. Ненавижу. А ты куда? На воздух. Пипец. Что это на Кейси нашло? Ну, все же нормально было. Да, чуть не потрался Крис и Нейт, но... И что? О, еще один пост. А? Ева, ты не подруга, а крыса. Это худшее предательство из всех возможных. Так, во всей этой движухе точно замешана Ева. Я приведу эту курицу сюда. Ну иди, Квен, с Евой. Ну или хотя бы Крис. Да, уже 2 часа прошло. Пусти, я не пойду в ваш гараж. Ты уже здесь. Ой. Ну давай, рассказывай, как ты Кейси предала? И почему Кейси ненавидит Криса? Я ничего не знаю. О, да? Ну тогда закроем тебя в холодильнике. Я все расскажу. Что? Ты целовалась с Крисом? Да не могла она с ним целоваться. Ну, я попросила его посмотреть, что попало мне в глаз. Ну и сфоткала, типа мы целуемся. Пипец, нужно срочно найти Криса. И ты идешь с нами. Нет, нет, пустите вас в руки грязные. Нашли! Нет! Криса нигде нет! Капец! У Кэсси были через час! Вот дурочка! Сейчас улетит и навсегда потеряет Криса! Что? Порадоваться даже нельзя! Так, мне кажется, ты знаешь, где Крис! Я? Нет! Вы что? Откуда мне знать? Хочешь в холодильник? Да блин! Ну расскажу я все! Ой-ой-ой! Как тяжело! Крис! Крис! Чего тебе? А, помоги коробки до дома донести, пожалуйста. Отвянь! Сейчас не до тебя. То есть ты позволишь, чтобы девушка сама тянула тяжелые коробки? Куда нести? Вот туда, туда вот, недалеко. Сюда, да? Да, 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 да. Вот туда вот, слева. Окей. Ага. Ты что творишь? А ну выпусти меня! Выпущу через пару часов! Я! Что за штуки? А ну выпусти меня! Криса открыла! Криса в подвале! Ну да, чтобы он не успел остановить Кейси, она бы улетела, и он бы остался со мной. Ну ты дура! Спокойно, Мия! Надо вытащить Криса и отвезти его к Кейси! Не успеем. Подвал в другом конце города. Тогда нужно разделиться. А, я поеду за Крисом, а вы с этой заразой в аэропорт останавливать Кейси. Супер. Ключи от подвала. Там на защелке открывается. Надеюсь, Кейси нас выслушает. Умница, дочка, что сделала правильный выбор. Да, в Нью-Йорке много возможностей. А главное, мы будем вместе. Идемте, скоро посадка на самолет. Кейси, стой! Не совершай ошибку! Гарри, Мия. Че приперлись? Хватит портить жизнь Кейси! Отвали! Не с тобой разговаривают! Кейси, если сядешь в самолет, то будешь жалеть об этом до конца жизни! Да что вы несете? Крис выбрал другую! Зачем мне тут оставаться? Нет! Крис любит тебя! Тогда чего он не приехал и не сказал об этом сам? Но он не может! Поехали с нами по дороге, все объясним! Поверь! Ну, чего ты?
Открой дверь! Гвен? Ты как меня нашла вообще? Еву раскололи. Идем, у нас очень мало времени. Так, стоп. Что случилось? Ответь мне на один вопрос. Ты любишь Кэсси? Да. Ну тогда идем, по пути все объясню. А она что здесь делает? Курица! Кэсси, стой! Ева здесь, чтобы рассказать правду. Да, Ева? Угу. Ну вперед, я слушаю. Говори. Короче, я не целовалась с Крисом, а специально сделала такую фотку. Что? Да я из-за тебя чуть на другой конец страны не уехала и не потеряла любовь всей своей жизни. А еще я специально притащила Нейта, чтобы поссорить тебя с Крисом. Вот курица! А где Крис? Я его закрыла в подвале, чтобы он не успел к тебе в аэропорт. А что? Не переживай, Гвен уже освободила Криса, и они едут к нам навстречу. Скорее бы. И, пожалуйста, сядь вперед. Хорошо. Кэсси! Крис! Не переживай, я ее догоню! Отстань от меня! Привет! Хватай ее! Быстро наступи мне на ногу! Что? Делай, что говорю! Ай, нога, больно! Где она? Ты украл ее рюкзак? Нет, она наступила мне на ногу и сбежала! Ой, бедняжка! Черт! Наша краша сорвалась! Идем, Ричи! Идем! Эй! А я! Мистер Крис! Где вещь, которую вы должны были украсть? Тут такое дело! Ого, какая приколюха! Отдайте гляну! А ну верни! Офигеть! Вот это пушка! Ой, извиняюсь! Это не игрушка, Китти! Это оружие, которым я уничтожу весь мир! Так что там с той вещью? Ваш сын сорвал кражу! Он отпустил девчонку! Что? Вы просто должны были украсть у девчонки компонент для моего оружия! Без него оно не сработает в полную силу! Спрячь в сейф! Принято, шеф. Простите, я не виновата. Ваш сын будто сошел с ума. Мне кажется, он специально отпустил девчонку. Кошмар. Что с моим сыном? Так, надо проследить за ним. А теперь иди и узнай, что с ним. Ага. А ну, разверните меня обратно. Принято, шеф. Так, нужно добыть себе денег на карманные расходы. У вас там возле магазина канализацию прорвало. Где? Какую канализацию? Что? Нужно срочно вызвать сантехника! Ну и ох! Сейчас я тут быстро справлюсь и пойду в школу. Снова ты? Что тебе нужно? А ты что делал? Я увидел, что продавец забыл кассу закрыть. Вот и решил ему помочь. А, молодец. А вчера я тебя от грабительницы спас, помнишь? А я вчера так и ничего не поняла. Вы разве с ней не знакомы? Нет, конечно. Я просто мимо проходил и решил тебя спасти. А ей я немного подыграл, чтобы время выиграть. Офигеть!
Так ты настоящий герой. А я тут покупаю корм для бездомных собак. Я, кстати, Кэсси. Корм? Я как раз тоже за ним пришел. Я Нейт. Ты любишь собак так же, как и я? Безумно. Хочешь, можем их вместе покормить. Канализация в норме. Где-то провода течет. Нигде. Это я перепутал. Это, наверное, в другом магазине. Девушка корм для собак взяла. Я оплачу. Деньгами, которые я взял из кассы. Спасибо, Нейт. Ну что, пойдем? Да, идем скорее. Так откуда все-таки вода течет, а? Не могу поверить, что встретила такого отзывчивого и доброго парня, как ты. Перестань. Лучше расскажи, чем ты занимаешься. Я помогаю сиротам, бездомным. Спасаю природу. Офигеть. Ну, я тоже. Природа – это супер. И я о том же. Нужно делать этот мир прекраснее и беречь его. Ты что делаешь? Нейт, корм! Я тебе потом все объясню. Стой тихо. Я не понимаю, что происходит, а? Так быстро. Ну а что? Ты мне понравилась. Почему мы прятались? Мимо проезжал директор моей школы, а я прогуливаю уроки. Что? Ну, ради бездомных собак, конечно же. А, ну ладно тогда. Только у нас корм рассыпался, как мы будем кормить собак? Не переживай, сейчас пойдем и купим новый, и сразу же в приют. Идем скорее. Эх, классно в приют сходили, мне даже понравилось. Нейт, где ты был? Ты убрал у Кэсси компонент для оружия? Нет, я ее не видел. Да что с тобой? Ты мне врешь! Нет, с чего ты взяла? Я все знаю, предатель. Собачий корм, узнаешь? Так это ты за мной следила? Да, я все знаю, ты мне изменил. А еще ты сорвал наш план. Ты должен был просто ее ограбить. Окей, а может я влюбился и не хочу ее грабить? Ах, вот как, то есть меня ты больше не любишь? Нет, прости, ты не та, кто мне нужен. То есть ты променял меня на какую-то защитницу природы? Абсолютно верно. И не вздумай ей говорить, кто я на самом деле. Болван! Вот кто ты на самом деле! Ричи, а где игрушка? Убери его! Убери! Я тебе еще отомщу, предатель! Пап, привет! Представляешь, Китти на меня своего пса спустила. Он за мной гонялся, а я на дереве прятался. Ой-ой-ой, сынок, так у тебя в заднем кармане игрушка. Вот поэтому он с тобой гонялся. Он просто хотел поиграть. Чёртова Китти! Ну что, как там моя вещь, которую ты должен был украсть? Скоро принесу, как только получится, сразу принесу. Сынок, ты должен понимать, для чего мне эта вещь. Достаньте оружие. Принято, шеф. Мы с тобой с помощью этого оружия уничтожим весь ничтожный мир. Идем, сынок. Вот. Смотри. Пап, что это? Это мир после того, как я использую свое лазерное оружие. Разруха и голод. И потом приду я. Меня будут считать повелителем! И люди будут идти со мной, потому что им нужен вождь! Чё стоите? Снимите меня отсюда! Принято, шеф! Куда за ногу? Но если мир будет разрушен, зачем он тебе? Сынок, ну ты не переживай! Мы с тобой будем в элитном бункере попивать кока-колу. Ну что, когда компания для оружия будет у меня? Ну, без него оно не такое мощное. Скоро. Обещаю. Пока, пап. Ага, обещает он.
конечно же, это вранье. Идемте, надо поручить эту работу к более надежному человеку. Принято, шеф! Еще круче, да, Ричи? Здрасте! Что делаешь? Работаю, вот, кручу бинат, смотрите. Блин, хоть бы не орал, хоть бы не орал. Дело у меня есть. Я решил поручить тебе похищение компонента. Ну и то я не доверяю. Мне? Да. Только сделай все быстро! Ну и Нейту не говори. Он начал меня напрягать. Я вас не подойду! А вы что расселись? Уходим отсюда! Принято! Шеф! Отлично! Теперь мистер Крис доверяет только мне. Теперь я стану самой крутой преступницей в городе и смогу вернуть Нейта. Мы их растворим в песню, да? Смотри, я сейчас тебя научу, как правильно подвязывать деревья, чтобы они росли лучше. Офигеть, я не думал, что природа это так здорово. Какая красота. А смотри, какая красота у меня есть еще. Ты очень красивый в нем. И ты у меня самая красивая. Может, мир стоит делать лучше, а не разрушать? Разрушать? Забудь это слово, нам в этом мире еще жить. С Кейси я становлюсь лучше. Нужно остановить отца. Кейси, что там? Смотри, тут пишут про какого-то преступника. Он совершил очень много преступлений, и его не могут найти. Ты случайно не слышал о нем? Нет, первый раз вижу. Ну вы даже чем-то похожи. Это случайно не твой отец? Да нет, конечно. Что за бред? Вон, Кейси, смотри, там, кажется, бездомный. Где? Ему нужно помочь. Чё там, правда, бездомный? Вот это мне повезло. Мистер, вы голодны? Кейси, что ты делаешь? Хочу покормить. Вот, возьмите, это мой школьный обед. Мне не жалко. Ты ходишь в школу? Ну, конечно, а ты что, не ходишь? Кушать? Конечно, хожу. Я вообще отличник. Ну и супер. Не спеши. Простите, сударыня, мистер Зак великодушно извиняется за содеянное. Ух ты! Это же собачка! Не трогай ее! Вдруг укусит! Это бойцовская порода! Прям как у Китти. Эй, ты чего? Это же просто маленький, прекрасный песик, такой милый. Ага, маленький. Кейси, ты такая хорошая. Да ладно тебе. Знакомый ошейник. Это пес Китти. За нами следят. Кейси, идем отсюда. Что? Почему? Потом объясню. Нет, там бездомный совсем один с большой собакой. Ему нужно помочь. Эй, ты моя еда, хочешь драться? Так почему мы убежали? Ты объяснишь наконец-то? Прости, просто я боюсь больших собак. Странный ты, мы же с тобой были в приюте. Ну так там собаки нормальные, а у этой глаза вот такие. Здорово, молодежь! А вы куда меня тянете? Отпустите, кому говорю! Принято, сын шефа! Ай, ай, ай! Куда вы его забрали? Я звоню в полицию! Погоди, не нужно никакой полиции. Опять ты? Не трогай меня, воровка! Тише, тише, тише! Просто отдай нам то, что мы ищем, и тебя никто не тронет. Я тебя не обижу. Что отдать? Недостающий компонент для оружия. Где он? Я понятия не имею. Какое оружие? Верните Нейта, не трогайте меня! Ты даже не знаешь, кто Нейт такой. Кто же он тогда? Мы все равно найдем то, что ты прячешь! Так, а где же мой песик? А, ну опять с бомжом за еду дерется! Блин, Ричи!
Класс, я же придумал. Ну, долго вы будете меня караулить. Когда шеф скажет, тогда и уйдем. А что мы ему ответим? Принято, шеф! Тупицы. Нэтик, я так рада, что ты вернулся в семью. Нечего тебе было с этой девкой гулять. Руки убери. Я больше не хочу быть с вами. Я больше не преступник. Тише. А быть только со мной ты хочешь? Они... Ну что, шеф? Что-то шипит о нас. Не понимаю. Ответь, может, там что-то важное? Принято, шеф! Ничего не понятно. Пойдем, мы узнаем, чего он от нас хотел вообще. Ну и валите! Вы только нам мешаете! Ты бросил меня и свою семью! Ты же сын главного злодея в этом мире! А Кейси сделала меня добрым, и я буду с ней! Вот как? А ты знаешь, что твоя Кейси тебя предала? Что? Да-да! Как только тебя увезли, она сразу же позвонила в полицию! Я лично видела! Ну как такое может быть? Она узнала, что ты преступник, и вот так поступила. Я бы никогда тебя не предала. Сдала копам? Ты сейчас не врешь? Ну, конечно, не вру. Ну все, не расстраивайся. Она того не стоит. Возвращайся в семью. Нам тебя очень не хватает. Я не хочу до конца жизни быть преступником, но, видимо, так суждено. Идем, твой папа уже заждался. Моя прелесть. Мистер Крис, Нейт вернулся. Он больше не общается с этой девкой. Я так рад. Я так рад, что ты одумался, сынок. Ага, пап, я тоже рад. В честь твоего возвращения предлагаю вам с Китти ограбить казино. Что? Это же мечта всей моей жизни, мистер Крис. Ура! Теперь я стану супер-пупер-мошенницей. Я не хочу этого делать. Ну, идите, идите уже. Какие они милашки. Скоро я захвачу весь мир. Дамы, ваши ставки. Эй, вы кто? Новые игроки. Я ставлю все. Как думаешь, почему Кейси меня предала? Да забей ты на эту Кейси. Лучше делом займись. Готово. А может, Кейси все-таки не хотела меня предавать, и она хочет быть со мной? Ага, и поэтому она тебе не звонит? Че застыл? Играй! Дамы и господа, скрываемся. Ура! Я выиграл! Чего? Так нечестно! Да он жульничал! Ничего подобного. Жулик, это ты. Какой кошмар! Эта девушка-шулер поискала меня охрану! Отпустите! Это не мое! Отпускать не пойду! Это не она! Ее кинула! Теперь заберем все. Это не она! Блядь, они сбежали! Стоять! А ну! А ну, иди сюда, мужик! И, кстати, я так рад, что я вернулся к вам. Неужели? Кейси меня предала, а я так глупо повелся. Простите меня. Все хорошо, Нейт. Мне тебя очень не хватало. Давай снова будем вместе. Конечно, Нейт. А теперь бежим! Бип-бип! Вы нарушили правила дорожного движения! Ой, нет! Только не штрафуйте меня! Вы получаете штраф в виде обнимашек! Спасибо, что приходишь к нам в приют и играешь с нами! Мы тебя любим! Я тоже вас так люблю! Я обожаю к вам приходить! Почему Нейт не берет трубку? Неужели я ему больше не нужна? Опять не берет! Может, все-таки та преступница была права? Эй, ты чего? Мой любимый Нейт, он не отвечает мне на звонки. Ну не плачь, ну любовь это боль.
Ну, я такое в кино слышала. Все будет хорошо. Но я теперь хочу еще больше узнать, кто он. Может, все хорошо так и не будет. Вот, ограбили для тебя казино. Ну, сынок, ты у меня молодец. Так, осталось украсть недостающий компонент для моего оружия. Когда ты его заберешь у Кэсси? Не пойду я к Кэсси, она сдала меня копам. Сынок, ну ты же понимаешь, что кристалл, который уничтожит мир, у нее. Если у нас его не будет, я не стану правителем планеты. Сказал, не пойду, все. Если ты не пойдешь, я возьму своих людей, и мы сами заберем его у Кэсси. Ну и идите. Охрана, прием. Подайте машину к выходу. Алло, охрана, вы меня слышите? Алло, пездари! Принято, шеф! О, так бы и сразу. Что-то мне неспокойно. Может, самому набрать Кэсси? Что? Кто-то заблокировал ее номер в моем телефоне. Так вот, почему она мне не звонила. Если Нейт не берет трубку, я сама его найду, чтобы он мне все объяснил. Эй, а ну иди сюда. Чего тебе? Я спешу к Нейту. Ты хоть знаешь, кто он такой? Нет, пусть сам все расскажет. Не напрягайся, я тебе сейчас все покажу. Вот, смотри, узнаешь? Что? Нейт? Преступник? Ага. А этого знаешь? Ну, читала в газете. Это всемирно известный злодей. Не думала, почему они так похожи. Что? Не может быть. Это что, его отец? Нейт обманывал меня. Мы охотились за тобой только для того, чтобы украсть кристалл, который есть только у тебя. Какой кристалл? У меня ничего нет, достали уже. Да ты врешь. Если бы даже и был, я бы с радостью отдала, потому что вы меня уже достали преследовать. Отвалите от меня. Раз ты не отдаешь его мне, значит, его найдет мистер Крис. Ненавижу Нейта. Он предал меня. Был со мной ради какого-то кристалла. Привет, Кэсси. Это же вы тот самый злодей, которого все ищут. Да, это шеф. А ну успокоились оба! Что вам от меня нужно? У меня нет вашего кристалла. Мы обыскали всю твою комнату. И я думал, что мы уже ошиблись. Но потом понял, что мы искали совсем не там. Что вы делаете? Откуда у тебя это кольцо? От бабушки досталось. Я так и знал, что твоя бабушка его много лет назад украла. И так хитро спрятала. Я ничего не знала, честно. Но я не отдам вам его. Это единственная память о бабушке. Не трогайте меня. Если отдашь нам кольцо, то больше нас никогда не увидишь. И моего сына Нейта, который тебя предал. Мое колечко. Давай его сюда. Не отдавай! Бежим! Че стоите? Бежите за ними! Мы ничего не видим! Не принято, шеф! Не принято! Отпусти меня! Ты меня обманывал! А сейчас спасаю! Мы вас догоним! Не надо меня спасать! Лучше бы я отдала кольцо твоему отцу, и меня бы никто не трогал! Ты не знаешь, зачем ему кристалл? С помощью него он хочет создать мощное оружие и уничтожить весь мир! Стопай! Что? Мир? Наш прекрасный и красивый мир? Они там! Бежи, спрячемся в нашем ските-убежище! Почему так темно? Здесь нет электричества? Спрячься! Где они? Ищем дальше.
почему ты мне не звонил? Я ждал твоего звонка, а Кити, оказывается, заблочила твой номер. Обыщите тут все! Прости, я думала, ты меня бросил. Я думал, ты бросила меня. Ладно, нам нужно остановить моего отца и спасти мир, который мы так любим. У меня есть план. Сейчас выследим отца и схватим его. Не выйдет. Хватайте их. Эй, отпустите нас. Ведите их к мистеру Крису. Иди. Ну что, Ричи, сейчас мы поразвлекаемся. Идем, идем. Ну, наконец-то. Я уже устал ждать. Отдавайте кольцо! Быстро! Нет, мы его не отдадим. Ты что, пойдешь против родного отца? Ты пойдешь против всей преступной семьи? Прости, пап. Ты что, выберешь какую-то девку вместо меня? Вместо человека, который растил тебя всю жизнь? И вместо девушки, которая была всегда с тобой в трудную минуту? Я не знаю, я не могу выбрать. Отдай кольцо! Ну давай уничтожим весь мир, как мы этого хотели. Но ты же мой сын! Давай кольцо, мы с тобой вместе будем повелителями мира. Нет, нет, давай, что ты делаешь? Не могу, они моя семья. Нет! Прости, пап, так будет лучше. Всем стоять! Вы арестованы! Кто вызвал копов? Я. Ну ничего, я еще вернусь и отомщу за ваше предательство. Ненавижу тебя, Нейт! Я столько лет была тебе верна! Пока, Ричи, я буду скучать! Прощайте! План удался! Мы отлично прикинулись, будто бы сдались им. Спасибо тебе. Теперь мир спасен, а мой ненормальный папа будет сидеть в тюрьме. А что будет с ним? Он остался совсем один без хозяйки. Малыш, тебе страшно? А давай заберем его себе. Нельзя же оставлять его одного. Хорошо. Пошли на природу. Я хочу отвлечься от всей этой грязи. Пойдем. Я покажу тебе прекрасные лучи солнца над водой. Идем. Ты спасла меня. Если бы не ты, я бы до сих пор был преступником. Просто я знаю, что ты не такой. У тебя хорошее сердце. Ты даже песика не оставил в беде. Я тебя люблю. Секунду. Что там? Да, со школы пишут. Что? Папа сбежал с тюрьмы? Нет! Что такое? У тебя такое грустное лицо. Что-то случилось? Нет, все хорошо. Чем он тебе? Сынок. Что с тобой? А ну, у меня что-то еще такое. Ваньки классные. Стоит троих. Давай. Пробегайте мимо, уже задрались. Да.